Здравствуйте, уважаемые черноярцы! С Новым годом вас! Ура! Вот и настал новый 2015 год! Один из желанных и долгожданных праздников! Год синей деревянной козы! Этот год обещает быть спокойным и доброжелательным! Новый год как улыбка, как видение сна! Как волшебная рыбка, как вторая весна. Друзья, кого со мной не хватает? Дед Мороза. Правильно, Деда Мороза. Значит, надо его позвать. Но прежде чем позвать, я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать, верно или неверно. Договорились? Хорошо. Ну что ж, тогда начали. Дед Мороз известен всем, верно? Да! Скоро Дед Мороз придет, верно? Да! Он подарки принесет, верно? Да! Ствол хороший в нашей елке? Да! Нет, ну что? Что растет на елке? Шишки? Да! Помидоры и ковришки? Да! Правильно? Доброй ночи, дорогие черноярцы! Здравствуй, Снегурочка! Здравствуй, дедушка! Мы рады приветствовать вас на нашей новогодней площади. Пусть в новом году сбудутся ваши самые сокровенные желания, осуществятся самые светлые мечты. Пусть в вашей жизни всегда будет что-то волшебное и необъяснимое. То, что делает эту самую жизнь яркой и не похожей ни на какую другую. От вас ничего не требуется. Нужно только поверить в волшебство. И простые слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы произносим с особенным чувством, потому что сказать их можно только один раз в году. Слово для поздравления предоставляется главе администрации Черноярского сельского совета Дьякову Петру Викторовичу. Ура! Аплодисменты! Ура! Здравствуйте, дорогие черноярцы! Здравствуйте! И гости нашего села, присутствующие на сегодняшнем празднике. Я от всего сердца поздравляю вас с новым 2015 годом. Желаю всем счастья, здоровья, любви и процветания. Я думаю, что мы этого заслужили. Тем более, село Черный Яр – одно из древнейших сел не только Астраханской области, но и Российской Федерации. Не случайно у нее такое долголетие, потому что ее всегда населяли добрые, отзывчивые и трудолюбивые люди. С праздником вас! С Новым годом! Ну что, как настроение? Ну, замечательно! Согреться надо! Надо! С Новым годом! С новым счастьем! И Снегурочка, и я! Поздравляем вас, друзья! Поздравляем! Поздравляем! Быть здоровыми желаем! Только радости и смеха! Только счастья и успеха! А чтоб пелось целый год, заводите хоровод! А теперь организованно встаем в центр площади, в хоровод, и поем нашу любимую песенку «В лесу родилась елочка». Дружнее, дружнее, чтобы разогреться! Зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Она помнит и.
Подойдите, пожалуйста. Я? Да, вы! И Дед Мороз вручает вам подарок за то, что вы самый активный. Итак, ни один Новый год не проходит без красивых и нарядных костюмов. Как видите, на нашей сцене уже есть нарядные и красивые женщины. Ну что ж, прошу продемонстрировать ваши маски. Тебя провожал я домой. И не знал, не гадал, не поверил бы я, что... Молодцы! Получайте призы от Деда Мороза! Молодцы! И вот, с Новым годом, с новым счастьем! Дорогие черноярцы, пусть эти 365 дней станут лучше всех прошедших. Пусть новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом будущем. А каждая новая минута жизни будет ярче, радостней и веселей. С Новым годом вас! С новым счастьем! А сейчас приглашаю вас на новогоднюю дискотеку, которая...